Здравствуйте, дамы и господа! И снова с вами я, Роман Карасев, и я продолжаю вас знакомить с кимоно для дзюдо. И сегодня я расскажу вам о кимоно для соревнований. На сегодняшний день существует два типа кимоно для соревнований – лицензионное и без лицензии. Лицензионное кимоно – это такое кимоно, которое имеет нашивку IGF Approved, что означает «одобрено Международной Федерацией Дзюдо». У лицензионного кимоно должно быть две нашивки – в нижней части куртки кимоно и в верхней части на штанах кимоно. Это кимоно обязательно для выступления на соревнованиях под эгидой Международной Федерации Дзюдо. Таким соревнованиям относятся Кубки Европы, турниры серии Гран-при, Большой шлем, Мастерс, чемпионаты Европы, чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это кимоно используют члены национальных сборных команд по дзюдо. Лицензионное кимоно всегда стоит дороже, чем нелицензионный аналог, так как предназначено только для профессиональных спортсменов. Нелицензионное кимоно – это кимоно, которое не имеет нашивку IGF Approved. В этом кимоно можно принимать участие во всех соревнованиях, кроме тех, которых я перечислил ранее. Для детско-юношеских соревнований можно использовать такое кимоно. Подростки и взрослые могут использовать для соревнований кимоно Black Label или Superstar Classic. Итак, подводим итог. У лицензионного кимоно есть нашивка IGF Approved, у нелицензионного ее нету. Лицензионное кимоно необходимо только для членов национальной сборной команды по дзюдо. Лицензионное кимоно используется только для соревнований, проводимых под эгидой IGF, Международной Федерации Дзюдо. Кимоно без лицензии можно участвовать в клубных соревнованиях, районных, городских, областных и соревнованиях федерального значения. Кимоно без лицензии используют для соревнований дети, юноши, подростки, взрослые и любители. Запомните, правильно выбранное и купленное кимоно для соревнований по дзюдо даст вам возможность добиться максимальных результатов на соревнованиях любого уровня. Вопросы оставляйте в комментариях, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был эксперт дзюдо Роман Карасев. До новых встреч!